Старшее поколение борется за звание лучших. На трех площадках Якутска проходят соревнования по 5 видам спорта. Представлено 8 команд из Якутска, Мегино-Кангаласского, Намского, Амгинского, Усть-Алданского, Улусов и Тулагина. В спорткомплексе «Туймада» команды соревнуются по шашкам и шахматам. В Дахсуне начались встречи по настольному теннису. А в Мадуне ловкость рук и быстрота представлены в национальных настольных играх «Хабылык» и «Хамыска». Соревнования проводятся с целью пропаганды активного и здорового долголетия, активизации пожилых людей. Среди возрастных-то уже за 70. У нас в основном-то Свилинский Макаров, потом Хлебников с Якутска, Валерий. Ну, много очень сильных. Так что я где-то посередочке, скромно-то так. Играю давно, у меня тренера-то не было, я сам, самоучкой просто. Давно, лет 30 больше даже играю. Так занимал где-то в 2007 году третье место на республике.